Жми лайк этому видео, и как только здесь будет 500 лайков, сразу будет новое видео с темой Payday на Android. Давайте поднажмем. Здорово, ребят, с вами Илья, это наш игродень, и мы продолжаем охоту за классными мобильными игрушками. Сегодня мы смотрим на мега-зубодробительный хардкорный раннер Rant Road Enemies. Поехали! Перед нами сегодня захватывающий аркадный раннер с экшен элементами на мобильные телефоны. Если ты любишь сложные игры и не прочь порубиться на мобилке, то эта игра явно создана для тебя. В игре вас ждет динамичный геймплей, широкий выбор прокачиваемого вооружения, кастомизация персонажа и разнообразные спецспособности. Вообще игрушка весьма обширная, и здесь появляется мотивация, чтобы открыть все шмотки и просто улучшить своего персонажа. А врагов, к слову, также будет просто тьма, все разные. И, конечно же, у них цель — это нас уничтожить. Но благо оружия в игре также много, и вначале мы выбираем нужный нам арсенал, и после этого вступаем в бой. Пробегаем как можно больше, уничтожаем противников, получаем опыт и уровни, проходим миссии и вызовы и показываем свой максимальный результат. Вообще, сразу скажу, что поначалу я сразу проигрывал, было мега тяжело, но от этого игрушка намного интереснее. Тут, кстати, каждый из пушек по-своему уникальный, имеет свой игровой стиль, так что подбираем подходящее под себя и идем гасить недругов. Также, само собой, прокачивать можно не только пушки, но еще и наш джетпак, спецспособности, и тем самым ставить рекорды будет еще легче. Игрушка, на мой взгляд, получилась действительно интересной, красивой и захватывающей, так что качать всем 100% рекомендую, и ссылки оставлю в описании. Также, ребят, я показываю лучшие отзывы от нашей тусовки с Google Play, так что пишите отзывы этой игре, ставьте ей 5 звезд, и в следующий раз себя обязательно увидите, так что пишем и еще раз пишем. Ну а так, заканчиваем на сегодня, увидимся уже в следующем видео, как только наберем нужное количество лайков, так что все зависит только от вас. Ну а так, у микрофона был, как всегда, Илья, до скорых встреч и пока.